Городской округ начал подготовку к новогодним и рождественским праздникам. В администрации состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. На встрече обсудили готовность культурных и образовательных учреждений города к проведению новогодних и рождественских мероприятий. Далее подробнее. В списке объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, 25 учреждений городского округа. Работа по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности каждого из них началась заблаговременно. Сотрудники Фокинского отделения службы пожарного надзора на этой неделе приступили к проведению внеплановых проверок данных объектов. При проведении проверок государственные инспектора по пожарному надзору уделяют особое внимание состоянию эвакуационных путей выходов, в том числе недопущению их загромождения, обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, содержанием системы средств противопожарной защиты объектов, то есть системы автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности, своевременность проведения инструктажей и отработка планов эвакуации на случай возникновения пожара. На сегодняшний день инспекторами проведено 11 внеплановых проверок. И лишь по одному из проверенных учреждений у представителей Госпожнадзора есть замечания, а именно по готовности к проведению новогодних праздников Дома культуры «Путятин». У них, у руководителя организации, нет квалификационного удостоверения прохождения обучения в объеме ПТМ. То есть закончился срок, да, и не проведена проверка состояния огнезащитной обработки и пропитки крыши. Mm-hmm. То есть это как бы в обязательном порядке должно быть. При этом устранить и исправить замечания сотрудников пожарной инспекции требуются в сжатые сроки. Иначе отмечать новогодние и рождественские праздники островитянам придется скромно, по-домашнему. По информации начальника Фокинского отделения Федерального государственного пожарного надзора, до 18 декабря все запланированные объекты будут проверены полностью. В зоне особого внимания проверяющих, конечно, учреждения основного и дополнительного образования, где в дни зимних каникул пройдут новогодние утренники, елки, праздничные дискотеки. И взрослые должны заранее не побеспокоиться о том, чтобы ничто не омрачило детское веселье. Руководителям общеобразовательных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей точно так же было рекомендовано издать приказ назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в период проведения новогодних мероприятий, провести внеочередной инструктаж с педагогическими работниками, также административно-хозяйственным персоналом и с обучающимися период проведения мероприятий и мер пожарной безопасности в период проведения данных мероприятий. С целью усиления противопожарных мер в детских образовательных учреждениях во время проведения новогодних мероприятий запрещено использование бенгальских огней, фейерверков и другой пиротехники. Все новогодние праздники начинаются у нас с 24 декабря и завершаются 6 января. До 21 числа мы подробные планы предоставим в органы внутренних дел, пожарной инспекции, ГУЧС. А пока такая схема, что вот с 24 по 6 утренние мероприятия, утренники будут проходить с 12 часов утра, а вечерние мероприятия будут проходить с 19:00. По решению комиссии всем руководителям городских учреждений, задействованных в проведении новогодних праздничных мероприятий, рекомендовано усилить противопожарный режим, проверить систему оповещения людей при пожаре, состояние автоматических установок, пожарной сигнализации, провести ревизию электрических сетей и еще ряд важных мер. Проверить состояние первичных средств пожаротушения, наружные и внутренние системы пожаротушения, пожарные щиты, ящики с песком, огнетушители, пожарный инвентарь. Проверить при необходимости очистить пути эвакуации людей при пожаре. В деле пожарной безопасности нет мелочей. От того, насколько серьезно продумана и согласованно пройдет подготовка всех городских объектов к проведению массовых народных гуляний, зависит, с каким настроением жители городского округа встретят и проведут самый любимый и долгожданный праздник – Новый год.